Так, я сейчас нахожусь практически на самом краю восточного променада города Пионерска. Вот, его более-менее достроенной части. Вот, туда вот дальше это старый городской пляж и порт. Вот сейчас вот наведу резкость, если вам получится, вот вход в порт, маячок. Вот, вот такой там волнорез, и он такой квадратиком там закрыт. Но кораблей там уже или судов практически нет. Говорят, что его хотят переоборудовать под яхт-клуб, но это, значит, наверное, не для трудящихся явно. Вот, а здесь вот, вот здесь как бы променад закончился строиться, а здесь он строится продолжает. Вот здесь вот такие работы проводятся, укрепительные. Сделали такую вот полосу здесь на бетонных сваях, и все это уходит туда ближе к федеральной или государственной резиденции. Вот этот домик, вот это как бы такой башенка, такая пограничная башенка государственной резиденции. Вот она, там дальше можно будет пройти, и вот пирс более-менее достроен уже. Здесь такой накатили валунный на волнорезы. Ну, видимо, тут экскаваторы и краны хорошо поработали. Ну, пляж здесь неплохой. Тут, в общем-то, городские жители сейчас купаются здесь. Ну, а дальше пойдем смотреть. Будем все ближе и ближе приближаться к федеральной резиденции.